Уважаемые телезрители, телеканал ВТВ представляет прогноз погоды на 7 апреля. И Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, сам Банохов, ДТ Нухат. Партнер программы Forex Club поможет сохранить, приумножить ваши сбережения. Управляй деньгами. Подробности по телефону 629-629 и на сайте forexclub.ru. Деньги. Извечный вопрос. Банки лопаются каждый день и уже не вызывают доверия. Как насчет трейдинга? Инвестиций. Вы видели сегодняшние котировки? В вашем городе тоже есть эксперт Forex Club. Позвоните ему. Учитесь управлять деньгами, чтобы начать жить так, как вы всегда хотели. По республике местами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью 14-19 мороза, при снеге минус 5-10, днем минус 3, местами до плюс 3. По центральным районам ночью минус 4-9, днем плюс 1-6. По южным районам ночью минус 7, в горах юго-запада 14-19 мороза, днем 3 градуса тепла, местами по югу до плюс 8. Столица Бурятии без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 6, максимальная днем плюс 5. Атмосферное давление будет падать. В США более 62 тысяч пиццерий. Американцы ежедневно съедают около 50 гектаров пиццы. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. А у нас в Бурятии гектар бус, наверное, съедаем за месяц.